Сегодня 5 июня должно быть полнолуние и затмение. Оно началось уже, но все небо в тучах. Ничего не видно. Зато слышно, как квакают лягушки. Слышите? Я не завидую тем, кто живет на берегу. Темно, а должно быть светло, когда полнолуние. А сейчас все небо в тучах и облаках, к сожалению. А луна моя покровительница, и с детства я люблю наблюдать за луной. Проснулась ночью, не спится. Посмотрите, какая луна. Светит. А когда затмение было, она вся в тучках была. А сейчас так светло, что хоть иголки собирай. А лягушки расквакались. Мотыльки прилетели. Комар, бочки различные, все прилетели на свет.
Третий день идет дождь. Два дня не переставая шел практически. Уезжали в городе были, сегодня приехали. Вот здесь такая картина у нас. Вот такие яблоки у нас. Вот их сколько, урожай хороший. Вот так серо и уныло сегодня. А это яблони белый налив. Муж уже сварил повидло. Сам делает. Очень вкусное получается. А вот вишня. Смотрите, как наклонилась. Ветром ее все прибило. Помидоры начали спеть. Это нас радует. Вот ее мне сколько еще собирать. Капусту накрыла от бабочек. Кабачки пышат, пышат. Вон какие огромные. Кабачки, патиссоны. Свекла что-то плоховатая в этом году почему-то. Вон помидорки начинают спеть. Ура! Сейчас покажу теплицу. Вот эти яблоки очень вкусные. Очень вкусные. О, здесь дождя нет, хорошо. Вот огурцы наросли, уже переросли. Перцы огромные в этом году. Полно перца. Куда будут девать, не знаю. Перерабатывать надо будет. Все. Смотрите, сколько перца. Ой, здесь помидорки. Здесь помидорки поспели. Посмотрите, здесь какой помидорище растет. Вообще можно снять его, чтобы следующие краснели быстрее. Вот и абрикосы поспели. Ветром их срывает. Вон полно здесь нападало. Вот какая урожайная сегодня яблонька. Сколько урожая будет. Ух, перерабатывать не переработаешь. Какие яблоньки. Вот мое озеро. Немножко подсохла лобелия, пришлось ее выполоть. Вот опять дождь принялся.